минулом году в регионе появилось на свет 18539 новонароджених. Это на 209 детей больше, чем в 2014. Такую тенденцию медики отмечают с 2002 года. Сейчас коэффициент нарожальности складает 12,9. Самые высокие показчики у Гомеля, Жлобине, Мазыры и Нарули. Тут у першиню за опошние годы отмечены натуральный прирост населения. Такие успехи возможны благодаря совершенствованию службы планирования семьи, пренатальной диагностики, охраны материнства и детства. Это комплекс мероприятий, который обеспечивает сохранение здоровья и жизни матери и ребенка. Рост нараджальности в области поуплывал и на показчик натурального зменшения населения. За минулый год эта личба снизилась в 3,5 раза. Радует и снижение у графе абсолютная колькость абортов. Дякуючи психологичному консультированию Гомельской области, у минулом году удалось заховать свыше 300 першесных нежаданных тяжарностей. Показатель младенческой смертности в Гомельской области стабилизирован на уровне 3,2 промилле. А по уровню перинатальных потерь мы достигли показателей развитых стран. Большие надежды по снижению детской заболеваемости мы возлагаем на строительство Гомельской областной детской больницы. И то, что идет в проекте на ближайшие 5-6 лет. Это будет многопрофильное здание, оно идет на стадии проектирования. Здание. Мощность койки будет на 538 коек. Існуючая областная дитячая клиническая больница уже не может полностью обеспечить потребности Гомельщины. У новой будут использовать самое сучасное медицинское обсталявание и технологии. В целом, все лето продолжится оптимизация допомоги женщинам подчас тяжарности, родов и послеродовый период. Свое дальнейшее развитие отримаются допоможные репродуктивные технологии, накированные на переодоление бесплодности. Ганна Ковалева, Валерий Хапанько, телерадиокомпания Гомель.